продолжаем изучать игру под названием Rise of Ages. И спасибо большое одному зрителю, надеюсь, подписчику, который написал, что нужно делать с квестом Энрила. Короче говоря, нехитрыми манипуляциями проблема в том, друзья, что кто не смог вообще что-то сделать, да, кто проходил игрушку. Проблема в том, что здесь каждая локация генерируется в первый раз, когда вы в нее заходите. То есть, если квест еще не доделанный, или бывают такие пробелы, что ли, в игровом процессе пока что. Ну, вы сами понимаете, ранний доступ игры и постоянные обновления. Я было начал уже... Да, короче говоря, нужно удалить регион Bonfireway в файлах сохранения игры у вас. Я надеюсь, все знают, как это делается, чтобы я не рассказывал, как это нужно сделать. Сейчас же я зашел и ничего не проверял. То есть генерация у меня только что уровня прошла. И надеюсь, успешно. А по обновлениям... Прикол в том, что я сначала думал, что подожду обновления. Сейчас это версия 0.11.1. И... Или мне придется уже... Я было направился в территорию или регион Аканонов непосредственно. Чтобы все-таки у нас квест состоит в том, чтобы мы не только с Энрилом встретились, а недосказанным я думал, что будет... Что нам нужно убить нескольких Аканонов, да? На их же территории. И тогда уже встретиться с Энрилом. Но сейчас мы, короче говоря, попробуем с вами новую генерацию уровня. Надеюсь, я понятно объяснил. И тем, кто вообще знаком с игрушкой. Кто же не знаком, это уже какая серия? Шестая, наверное, да? Шестая серия по игре. Мы кучу всего понаделывали с вами. Кучу всего понаоткрывали. Технологии у нас осталось буквально две. Это керамика и обработка камня. Пойдем посмотрим, может, Аканоны теперь будут убиваться. Потому что в прошлой серии это не работало. Из-за того, что ранее я здесь эту часть посещал в поисках помидор. Поначалу. И, видимо... Вполне вероятно, что что-то слетело просто. Сейчас попьем. Хорошо. Меняют также, по-моему, показатели и жажды, потому что раньше нужно было где-то раза два постоять полностью до того, как сдох сделать. Ну, набраться... Короче, я надеюсь, вы поняли, да? А сейчас можно просто в половину мы напиваемся того времени, что нужно провести. Блин. Разучился немного играть. Пока ждал обновления. Так, ну где они? Есть там. Может, их немного изменили? Хорошо, что я этого... Вот Энрил стоит, отлично. Привет, чувак. Рад, что ты пришел. Некоторая группа Аканонов впереди. Должно быть, они устали после тяжелого рабочего дня. И это отличное время их атаковать. Ну, пойдем... Пойдем. Я же не смогу тебя... 4 Аканона нужно убить, да? Я же надеюсь, тебя не зацеплю. Нет, не зацеплю. Хорошо. Чудненько. А то тут медведь. А ты пойдешь или будешь стоять и наблюдать за этим действием? Вот, видите, смотрите. Они теперь нападают. Отлично. Не очень отлично, конечно, но мясо у меня осталось с прошлой серии.
И немножко бананчиков. Нужно съесть. Восстанавливаем полностью здоровье. И идем. Я немного, друзья, не замечаю, когда приходит ночь, когда что. То есть сосредотачиваюсь на мысли и на дележке с вами всякими приколами и секретами, которые на данную версию игры более или менее сейчас доступны. Поэтому прошлая серия у нас получилась такая более мрачная, тем более, что мы копали с вами, докапывались до храма. Так, хорошо. 4 штуки есть. Замечательно. Давай еще птицу на меня сюда, да? Куда ты взялась? Ты прилетела мстить за людоедов, да? Враг моего врага. Мой друг, это называется. Ходят тут всякие, блин, людишки, валят всех подряд. Даже мамонтов. А жрать их, понимаете ли, нельзя. Вот засранцы. Тихо. Тихо! Медведина. Хорошо, они готовы. Ты вообще-то ни черта мне нисколечко не помог, чувак. Так как я уже тебе ранее говорил, что я лидер, мой друг. Кроме того, отсюда было видно, что тебе не понадобилась помощь. Если бы я решил тебе помочь. Хорошо. Ладно, давай их перенесем или доставим к моему отцу. Ты должен быть вместе со мной, когда мы к нему придем, чтобы быть свидетелем. Подожди, чувак, а типа трупы переместятся каким-то странным образом сами? О, блин. Да ё-моё, ну что такое? Что-то как-то непогода совсем темная стала, вообще выруби глаз. Погоди, надо пожрать. В темноте. Банановые семена. Чудно. Прикол в том, что агрокультуру, конечно, мы с вами выучили, но... Я по-прежнему садить не могу. Видимо, это из-за того, что мы раньше с вами начали. И сейчас внесли кое-какие изменения. Мне, наверное, лучше поддаться, чтобы они меня убили. Тут у нас чего? Куча всего. Я, кстати, попробовал сделать в лагере здесь... Может, какой-то новый рецепт у нас открылся? Посмотрим. Да нет, вроде ничего особенного нет. А просто какой-то крафт. Может, что-то добавили? Нет, вроде все как было, так и есть. Птиц, умри. Докучливый. Да, здесь я сделал на будущее, как-то будем выстраивать. Тут у нас будет дверь, если мы сможем, конечно, ее сделать. И доберемся все-таки до обработки камня. Ну и здесь я попытался сделать что-то по типу импровизированной стены. И, соответственно, ворота. Вот, из дерева. Немножко. Здесь у нас будет дверь. Тоже надеюсь на это. Ну, чтобы всякая дрянь сюда не попадалась. К нам не залетала. Хотя они все равно там респаются, потому что дверь довольно-таки далеко. Но чтобы потом ее просто не разваливать и не переставлять. Не заниматься геморроями всякими. Я решил сделать ее на определенном расстоянии.
Отец, я готов предоставить тебе доказательства моей силы и смелости для нашего племени. Вот тебе головы аканонов. Это головы строителей, которые пытались построить новую базу в лесу Аруру. Что? Что ты наделал? Мне пришлось столкнуться с ними лицом к лицу. Я был храбр, откусывал уши, ноги, пальцы и все остальное. Энрил, почему ты мне не сказал раньше об этом? Мне не стоило, чтобы предоставить тебе сюрприз. Ты был так глуп. Представь, что теперь может произойти. О последствиях ты не думал, короче говоря. Что сделают аканоны с нами, когда узнают об этом? Это будет означать войну. Мы столкнемся с ними. И больше нет у нас времени и возможности, чтобы избегать конфликта. Наш народ должен знать, что мы можем победить аканонов. Заткнись! Ты не принимаешь никаких решений. Ты должен быть более ответственен, чтобы я начал снова доверять тебе. Черт. Макуплей, кажется, что наш план не сработал. Пожалуйста, возьми эти головы и отнеси к могильщику. Дитану. Возвращайся и дай мне знать, что ты выполнил мое поручение. А вот и денечек, отлично. Говорил, пока болтали, куча времени прошло. Где-то здесь у нас есть могильщик. Где он, я тоже не помню. По-моему, где-то дальше. Помидоры всякие. До того, как мы с вами продолжили этот квест, я ходил, конечно, и узнавал у всех. По-моему, я говорил вам в прошлой серии, да? Что вел расследование или поиск новых квестов. Но, видимо, они здесь пока что заканчиваются на... Вот Дитара, да. Пока что заканчиваются на Энриле. А дальше будем посмотреть... Привет, друг, я могильщик. Это моя главная обязанность в нашем племени. Энрил послал меня, чтобы с этими головами аканонов. Энрил? Я думал, что он не способен никого убить. Ну, так получилось. Это... убеждает или удивляет меня. Отдай мне их, пожалуйста, прямо сейчас. Так, о чем-то поговорили, короче, ни о чем. В общем, вся слава достается более славным. Как в любом социусе. Социуме. Социус. Соус. Неизвестный герой. Мертвый герой. Да? Ай, ё-моё. Бегалка немного кумарит. Совсем чуть-чуть. Итак, ты справился. Молодец. Я надеюсь, что больше никто не видел эти головы.
Отлично. Подожди, пока мой отец немножко успокоится, и тогда сможешь с ним поговорить. Я знаю, что я совершил ошибку. Но, по крайней мере, я дал ему понять то, что он должен понять. Тем не менее, ля-ля-ля. Квест завершен. Хорошо. Что мы получили за этот квест? Ничего. Просто замечательно. Можно с тобой поговорить, или мне придется так же, как с этим... как его звали там? Который говно с грязью мешал. Наше племя переживало много десятилетий, тяжелые времена. И чё? Ага. Придется, наверное, время какое-то пожить и все-таки к нему вернуться чуть позже. Ладно, и что мне теперь делать? Мне опять обходить все племена в поисках очередного квеста? В надежде, что я наткнусь на какого-то квестодателя? Если честно, друзья, мне впадло ходить по новым, вернее, по бывшим всяким племенам и искать, короче, квесты. Ну серьезно, блин, хотя бы какие-то подсказки были бы там, сходи туда, навести то, навести сё. И посети то место, может тебе там что-то расскажут, что-то подскажут. Ничего такого нет, к сожалению. Поэтому, друзья, я решил сегодня в этой серии мы будем дальше с вами гулять по самой северной части карты и по самой южной, которая нам доступна. Начнем, наверное, с северной. Здесь у нас есть какое-то подземелье. В общем, под землей я видел там какой-то тоже заброшенный храм непонятный, короче говоря. И не забывайте, что у нас еще есть вот эта вот часть гор, где тоже храм, он закрытый, непонятно, как туда попасть. Видимо, будет квест, или он уже есть, но мне реально впадло, короче, ходить по всяким. Может, мы где-то здесь с вами столкнемся с кем-то, а может, даже и в пустыне. Поэтому... И я здесь, кстати, впервые, и мы уже замерзаем, да? То есть здесь вообще жесть творится. Смотрите, что происходит. Даже в доспехах или в шкуре мамонта, блин, это просто какая-то жопа. Нет, слушай, но это слишком жестоко. Не надо. И 100 метров не успел пройти. Черт. Ах. Ладно. В таком случае мы отправимся с вами в пустыню, и там будем кого-то искать. Может, наткнемся, кого-то найдем. Кстати, у нас еще есть незаконченное дельце. То есть мы должны к истинному вождю вернуться. Куды, мамуды, мамуды, буды, 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 побуды. Слишком жарко мне, да? Ну, в принципе, это не удивительно, а никакой переодежки я с собой не взял. Ахахихахахахах. Стервятники сраные тоже задолбут. Может, что-то снять? Хотя сразу температура растет. У нас, да? Но в каких-то определенных местах. Ну, вроде не критично, и особо здоровья не теряем, поэтому... Можно насчет этого не роптать. О,
Ох, вас до хера тут. Слушай, может я возьму, наверное, наш супер-пупер меч. Хотя пока размашешься им, размахнешься, вернее. Он-то сразу режет, но... Слишком медленно. Так они хотя бы не успевают меня ударить. Типа станет там. Тихо. Я не хочу возвращаться. То сейчас опять придется, блин, с целым роем. Не до хера вас тут, нет? Наверное, нам придется делать с вами... Знаете что? Какой-то подземный проход, короче, чтобы под землей просто проходить. А то что-то тут совсем печалька. Я думал, хотя бы здесь немного поправят, ну то есть, чтобы их меньше было. Хотя бы чуть-чуть. Так, пока есть передышка. Дышка, передышка. Передышка очень кстати. И два бананчика еще сверху. Десертиком. Оп. Чудно. Закинулись. Кто здесь может жить, вообще не представляю. То есть, если бы у меня был выбор, допустим... Организовать наше племя здесь, то я бы этого не делал. Хотя, быть может, на такой стадии еще в будущем что-то добавят такое, допустим, возможность там жить в определенных локациях. То есть, ну, я рассчитывал на это. Что мы, допустим, там в одной локации какую-то кибидочку свою сделаем, да? В другой локации кибидочку, и чтобы они соответствовали. То есть крафт был, допустим, там из шкуры какого-то, не знаю, верблюда, чтобы в пустыне жить, да? Из тех же шкур медведей белых можно было бы какую-то, ну или ледяную эту поставить... Как она называется? Юрту. Что-то по типу того. Ну тут вообще голяк. Какой-то дурило тут с огромной дубиной ходит. Самоубийца. Да, что может быть в пустыне? Ничего. Кроме костей. И просто массовых... Массового скопления... Ах, блин, тихо. Колючки. Чё себе. Чуть вот так вот, чтобы попить. Угу. Вы посмотрите. Сейчас еще, короче, нарезается, блин. Десяток. Черт. Так, падлы, отстаньте, блин, от меня. Ау-ау-ау-ау-ау. Ничего себе. Тихо. Да ё-моё. Ну ты понимаешь? Ты понимаешь, стервятник, с кем ты вообще связался? Да хорош, блин. Сколько можно? У меня уже этих перьев. И чё, вот это вот постоянно будете появляться тут?
Черт, я не пройду. Нам просто нужно здесь поставить хотя бы... Успел. Что здесь? Ничего хорошего, да? Понятно. Я думал, может, хоть какую-то одежку, типа там попрохладнее. На ДБМ. Ай. Пока нет никого. Надо пожрать. Пожрать. Много пожрать. Много. Ва! Я же и вижу эти ловушки, блин. Ну... Но тут никак не перепрыгнешь. Эти падлы отвлекают. Было бы неплохо, если бы я не зря сюда ходил. Но сдается мне, что это дело дурное совсем. За песком можно ее не углубляться в локацию. Погоди, интересно, а кактус я могу... Да, могу кактус разбить. Могу? Да, спасибочки. Что-то из кактуса замутить. Это просто палки, понятно. Но это тоже сухой куст с палками. Зачем я здесь? Никак я не пойму. И почему? И почему? Ни хера тут нет. А там что-то тоже нет, ни черта. Эх, ладно. Прошли сутки или двое суток. Давайте сходим к вождю. Может, он уже угомонился? Что-то нам поведает. Интересное. Целый день в пустыне провел. Зачем? Непонятно. Вполне возможно, что там под землей что-то скрывают. Под песками. Но... Как же в лом углубляться здесь? Вообще, я не знаю. Ну, то есть, друзья, поймите меня правильно. Я не заинтересован абсолютно, чтобы спускаться вниз и что-то добывать. Может быть, потому что я не знаю ничего об этом. А опять же, проблема в том, что должны быть какие-то подсказки. То есть, там, жители должны говорить, ты знаешь, что под землей хранится много там ископаемых полезных, которые можно там, допустим, у торговца какого-то, если бы он был здесь, обменять. Что-то по типу того. То есть, должна быть какая-то стимуляция и мотивация того, чтобы я... Копала. Так получается, шахта, углубляюсь я, углубляюсь, короче, и нифига толком не происходит. Ну, что скажешь? Внимание! Внимание, говорит Аканания. Я не получил никакого известия от Аканонов. Мардюк, шеф Аканонов, вождь Аканонов, хочет встретиться со мной. Я пригласил его сюда, в Тен... на следующую ночь. Подожди, так уже ночь почти началась.
Че, мне опять бегать, короче, целые сутки? Я не знаю, чего от него ожидать, но я постараюсь уладить наши разногласия. Как ты собираешься уладить разногласия тех, кто жрет людей? Что ты им предложишь взамен? И я хочу также, чтобы двое, которые виновны в этой провинности, присутствовали при встрече. Макоплей, я знаю, что тебя не стоит винить. Что ты был использован моим сыном. Тем не менее, мы проведем переговоры. И я надеюсь, что война не придет внезапно, когда мы будем, не будем к ней готовы. Будь здесь ранним вечером. Ну, то есть, поняли, да? Ранний вечер. Ранний вечер, почти ночь. И у нас ночь. Короче, мне нужно тусоваться опять целую ночь, целый день. Потом только... Что за чувиха? Я тебя не видел здесь, по-моему, раньше. Или видел? Может, и видел, но не помню. Неприглядная барышня. Неприглядная. Почему-то вот эту я больше всех запомнил. Именно, наверное, потому что она в каком-то определенном... доме на возвышенности находится, да? Я с ней 2 или 3 раза пересекался по квесту. Ладно, будем гулять. Будем гулять, ждать. Ага. Аскур здесь у нас гуляет в Тинбала. И дает квест. Короче, там несколько вариантов ответов у нас, естественно, на английском. Я первый просто клацал и не помнил, что, об чем мы вообще с ним до этого говорили. И он мне сказал, чтобы я поболтал с шефом, короче, вождем Тимбала. Ну, пойдем, поболтаем. Может, что-то новенькое расскажет. Когда наше племя уже Чунга-Чанга, хоть каким-то, не знаю, огородом займется, что ли? Это же какая-то жесть. Погоди, теперь мне нужно найти вождя. А где он есть? Хоть бери на бумажке, рисуй. Карту каждого из племени и отмечай. Домик я рисую, короче. Какой по счету дом вождя? Ну просто реально они не впечатляют. То есть есть большие дома, в которых вообще по сути никого толком нет и ничего. А есть такие невзрачненькие, которые вот именно те, что нужны. По-моему, он здесь сидит. Если я... Да. Привет, чувак. Подожди, а можно мне... Ага. Вот это я помню. Первое и второе. Значит, третье у нас. Я хотел бы поговорить об... про Аскура и Замуга. Эти двое сделали большой вклад в наше племя. Они изначально были ответственны за то, что мы имеем сейчас. Но судьба разделила их. Это печально. Итак, я хотел бы их немножко помирить. Я уверен, что они вдвоем будут рады работать вместе, и их гордость
каждого не помешает этому. Это противостояние длится уже на протяжении 30 лет. У вас есть какие-то соображения насчет того, как их помирить? Честно признаться, я даже никогда не думал об этом. Но думаю, что я смогу помочь. Правда, я буду очень занят чуть позже. У меня будет вечеринка через 2 дня. Фестиваль щедрости. В нем примут участие самые важные люди нашего племени. Замок был тоже в их числе. Мы должны позвать его, чтобы он принял участие. Ну или убедить, короче. А, ты сможешь убедить его, чтобы он принял участие в фестивале? Хорошо. Можете положиться на меня. Отлично, было бы здорово. Пригласите Замога на фестиваль. Вечеринка! Вечеринка! Погоди, может мне нужно вернуться к Космору? Или как его? Нет, мне нужно пойти прям к Замугу и его пригласить. Погнали, будем приглашать. Очень странно признавать тот факт, что здесь даже есть какие-то дипломатические всякие устои, не знаю, политика, в общем, все дела. То есть для каменного века это как-то очень странно. Ну, как по мне. Не знаю. Детектив, но окей, хорошо. Там были следопыты всякие, которые выслеживали своих жертв для того, чтобы, ну, естественно, охотиться и как-то питаться. Это все понятно. То есть без этого не обходилось. Но странно, что... Может быть, я слишком мало знаю о том, что в каменном веке было. Но... Но вызывает в каких-то моментах здесь вот эти всякие приколы. Негодование какое-то. Необъяснимое. Замок, ты где? Опять говно с грязью мешаешь. Где ты есть вообще? Вот его нет. Либо он у себя в хате, либо в погребе. А я пить опять хочу. И не помню, здесь у него можно попить с правой стороны или нельзя. Если там какой-то водоем. Вообще. Давайте спустимся сначала сюда, к нему. Может, что-то новенькое сопрем? Нет, не сопрем. Привет, Замук. Ты сделал пук? Привет, дорогой друг. Рад тебя видеть снова. Я хочу передать тебе приглашение. Приглашение куда? Состоится фестиваль в племени Тинбала, и ты... Тебе удостоена великая честь быть ее гостем. Меня попросили тебя пригласить. Я никогда не участвовал в подобных вещах, мероприятиях, но полагаю уже, что это будет достаточно скучно.
Тишина природы намного приемлемее для меня. И кроме того, я не хочу возвращаться в то место. Ты знаешь почему. Ну, сделай это хотя бы ради своего народа. Что ты имеешь в виду ради народа? Я надеюсь, что ты будешь более мотивирован работать с ними и делиться своими знаниями на пользу обществу. Так много молодых так много молодых соплеменников, которые не знали про тебя, и прошло уже 30 лет, когда ты покинул Тинбалу. Ты мог бы их чему-то научить. Но подумай о детях, которые мечтают быть фермерами. И быть такими же, как это, исследователями, или как они называются? Как ты, короче. Ты был бы хорош, ты очень хорошо бы справился, чтобы как-то их вдохновить. Звучит довольно убедительно. Хорошо, я приму приглашение. Окей, убедили. Чё теперь? Ага, вернись к вождю Полусуму, вождю Тинбалы, и скажи, что ты убедил Замуга. Блин, серьезно? Ладно. Я вообще-то думал вечера дождаться и по другому квесту пойти, ну ладно. Короче, как получится сейчас, посмотрим. Как раз ранний вечер наступил. Я надеюсь, что мы успеем к кудовскому вождю. Не успел я просто в Тимбала вернуться, как начало смеркать. Я не помню, какой домик. Под охраной, точно. Давай, чувак, я надеюсь, мы успеем. А то уже как бы ночь надвигается, и тем более погода портится. Сейчас наш старичок может сказать: ты опоздал? Возвращайся чуть позже. Опять сутки придется тусоваться где-то. Ай. Давай, давай, побыстрее, чувак, пожалуйста. Ну чё? Мордюк! Старый пердюк! Должен появиться с момента на момент. Или с минуты на минуту, да? Что? Что? Чё ты меня выкинули? Опять заходить, что ли? Я не понял. Игра, что происходит? Я не понял вообще. Это визит Мордюка так сопровождается, типа: бойтесь меня, я сожру вас всех. Я люблю похрустеть костяшками человеченки. Я, наверное, рано пришел. А может, опоздал. Ну, бредово немножко, конечно. Может, мне какие-то ботинки там, скорость увеличивать, не знаю. Бега, передвижение.
Ох, нихера себе, вот это ничего. Это мордюк такой, ничего себе. А, ну да, мы встречались в самом начале игры. Вот это жесть. И вы хотите с этим воевать? Да вы прикалываетесь. Добро пожаловать в наше племя, мордюк. Ты многое изменил, Аману. У тебя появилось больше прелести. Я хотел бы знать причину нашей встречи. Мы... У нас был лагерь на Bonfire Way. Я попросил своих строителей построить тены, чтобы охотиться, и чтобы они располагались в этой области некоторое время. Но однажды один из строителей вернулся ко мне и рассказал, что все были убиты членами Куда. Прям такие этими штуками. Ну, мы вообще-то голову им отрезали. Чувак. Надеюсь, он не слышал мои мысли вслух. И убийцы даже забрали их головы. А, ты об этом? Ну да. Я представляю, что эти головы были доставлены тебе, Аману. Да, я знаю об этом, но я не приказывал никому атаковать. Это было собственным решением двух отморозков. И я думаю, что это просто так не пройдет, чтобы просто проигнорировать это и забыть. Чего ты хочешь? Мы готовы заплатить тебе много за их смерти. Не то чтобы я не очень волновался за своих строителей, но сегодня я в хорошем расположении духа. Я готов принять от тебя кое-какие дары. И хочу половину всего, что ты имеешь сейчас здесь, в племени. А, вообще-то это очень много. Но мы принимаем твое предложение. Чувак, ты серьезно, блин? Он только впервые потребовал от тебя, и ты уже сдаешься. Да вам не жить, короче. Вы все просто пойдете на шашлык. Очень-очень хорошо. Я не заберу все сегодня, но я готов переместить все в свое племя завтра. И теперь я попрощаюсь с тобой. Они даже в двери не помещаются. Ну, ростом, как минимум, да? Ну что, друзья, я полагаю, что мы в заднице. Сейчас на нас наклеют, короче. 500 помидор, 800 бананов, 100 кусков, нет, 1000 кусков мяса, ну и все в таком роде. Полагаю, да? Аману, что у тебя на уме? Вы слышали его? Мы должны отправить ему половину наших припасов завтра. Кто из вас возьмет это на себя? Два варианта ответа. Я возьму на себя. Или я думаю, что Энрил больше виноват. Давайте на него скинем. Эй, не говори так. Пожалуйста, сделай это вместо меня. Я умоляю тебя. Короче, он не согласен. Естественно, нам
чтобы было больше всяких забот, мы должны принять это на свои плечи. О, спасибо, я буду должен тебе. Что ты будешь должен, блин? Капец. Хорошо, тогда решили. Иди в наше хранилище, поговори с Ливиром и возьми все, что необходимо. О, черт. Хранилище ваше где? Ливир. Это Ливир? Или это не Ливир? Сейчас посмотрим, кто он такой вообще. Нет, это явно не Ливир. Понятно. А, где у них тут пожитки? А, здесь точно. Я постоянно путаю вот эти... Да, Ливир. Как же тяжело всю жизнь складировать еду. Чего ты хочешь? Мне нужны пожитки для канонов. Они вообще-то заглядывали ко мне, чтобы посмотреть, что у нас есть, перед тем, как уйти. Меня до сих пор трясет от них. Никогда не видел их так близко. Это большая потеря для нас, если мы отдадим половину всего, что имеем. Но возьми. Подожди, а получается теперь вот это все я должен доставить прямо к канонам? А если они меня сожрут? Гамовер? Давайте убедимся. Да, как оно нам нужно доставить эту всю дичь. Понятно. А, ладно, у нас утро наступает вообще-то. И мы должны с вами еще сходить к кому? К опоссуму. Нет. Нет, как его там? Полусуму. Пойдем к полусуму сначала. Надеюсь, он нас сильно не загрузит, чтобы мы сегодня успели все доставить. Или как оно нам пойдем сразу? Пойдем сразу к каноном. Там опоссум подождет. Я думаю. Хотя вечеринка получается уже через день. Первый раз мы у канонов, так что погнали. Можно у них тут дерево нарубить хотя бы? Нет, нельзя. Деревья обычные, я думал, здесь вообще все в черепушках, каких-то костяшках, в трупиках висящих. И вообще, а как они могут пожитками вот этими пользоваться? А, ну да, им же блюдо нужно из человечинки готовить. То есть, ну да, костяшки есть, окей. Блин, попить надо. Замутить немножко напиточков. Штучек 8. 3, наверное, сразу выпьем. И мясо сожрем. Жареного. Мост не так угрожающий, как довольно прикольный. Ну, я бы даже сказал, красивый мост. Все, видимо, говорит о том, что
Они вообще никого не боятся. Ну, кроме каких-то там животных, которые могут на них напасть. И почему-то у них даже колья внутрь установлены. Довольно странно. Стой, кто идет? Из какого племени ты будешь? Я пришел от имени Куда. И чё ты тут хочешь? Я принес посылку для вашего мальчика. А, хорошо, меня предупредили о том, что ты должен прийти. Чё, меня обыскивать будешь? О, чёрт. По-моему, я попал в какую-то фигню. Они меня точно сожрут. Стой, я думаю, что достаточно тебе. Дальше, то есть, не проходи. Оставь все здесь, прямо на земле, и пойдем с нами. Вообще-то, я должен был доставить посылку и вернуться. Ну, куда тебе спешить? Давай мы тебе предоставим госпитализацию. Что? А, типа покрошим тебя немножко или что? А, черт. Меня в тюрьму посадили, короче. Вот это поворот. Ну, лучше сидеть в тюрьме, чем жариться на костре, правильно? Не переживай. Ты не останешься здесь надолго. Живым не останусь или до готовки недолго осталось? Завтра мы отправим тебя на костер. Ну, отлично. Из тебя получится отличное барбекю. Для нашего вождя. Ха-ха-ха. Угу, очень смешно. Сбегите из племени Аканонов. Этот камень довольно странный. Его, по-моему, открывали не один раз. Думаю, что многие пытались отсюда сбежать и как-то разбить этот камень. У меня будет достаточно времени, чтобы сбежать отсюда. Здесь есть кое-какие материалы. Я могу построить нужные мне инструменты и вырыть яму, чтобы сбежать. Пора отсюда валить. Подожди. Я могу вообще-то, типа... Вот, спасибо, хорошо. Ага, то есть некоторые эти штуки заскриптованы. Сейчас меня как запалят, сразу отправят на костер. И снова мы с вами, друзья, возвращаемся к тому, что... Темени! Полной темени. Играем. А насколько глубоко мне нужно копать? А, я вижу свет внизу. Вижу свет в конце тоннеля. Это, наверное, и есть вот это... Я в предыдущей серии говорил, по-моему, да? Что это вроде как и есть подземелье Аканонов. Оу! Так, погоди, мне нужно, наверное, его завалить? Или как? Нет? Не обязательно или обязательно? Досвидос. А идти куда? Привет. Пока. Тю, тоже мне грозные. Слышь, а с тобой поговорить можно или сразу тебя валить? Сразу будем валить, он спал. Не спать, мазафака. Воу. Тихо. Мяско.
Чудно. Нет, факел я не буду. Факел, наверное, палевно включать. Че у вас тут? Семена. Это мы все оставим, наверное, тут, да? Чтобы еще такое оставить. Что нам не нужно? Желуди нам не нужны. Заберем вот это. А дубинка обычная, нафиг. Скажем дружно, нафиг нужно. Подожди, а зачем я... А. То есть мне сюда... Привет! На тебе моим могучим мечом. Под черепышки тебе. О, нет, меня увидели. Слушайте, мне не надо будет никакой войны вообще устраивать. Я сейчас их всех перегашу здесь и все. Почему нет? Блин, да запрыгни ты, парень. В таких ситуациях нужно пользоваться луком, но я не достреливаю туда. То есть лук, смотрите, вот как бьет. Или достреливаю. Ну, смотри-ка, нормально, хорошо. На колючки падаю, вот так, чувак. До свидания. Главное, самому туда не грохнуться. Нехилое у них тут такое... заведение подземное, да? И ты еще толстенький тут. Пузанчик. Хорошо, идем дальше. Я думал грандиозную атаку сверху в прыжке провести, но у меня это не получилось. Или это просто так не работает? Привет, чувак. До свидания. Клевые дубины у них, кстати. Такие прям как надо. Но против нашего великого меча они слабее. Вроде как, они пока меня не видят, не пасут. Я наношу намного больше урона им. О, черт. Вообще, короче, задница, смотри. Куча черепов. А если я свалюсь ему прямо на голову? Привет. Что с тобой не так? Обожрался человечины. Хорошо. Ты тоже до свидос. У тебя слишком острая и слишком опасная какая-то хрень в руке. Чудесно. Мне наверх или сюда? Чувак с туалетом в руках стоит. Жрачки, принеси мне жрачки. Здесь закрыто. А как мне? А я могу ему что-то вообще дать? Допустим, яблочек. Не знаю, что мне пригодится. Яблочек ему дать. Немножко. Или может я могу... Нет, не могу. Не могу, короче, я ему жрачки никакой дать. Раз я не могу ничего ему дать, значит, нам куда-то наверх нужно идти.
На. Да ё-моё. Вот так это делается. Хорошо. Тут тоже закрыто. Жалко, что освободить нельзя никого. Я не настолько высок, чувак, чтобы ты бил у меня над головой. Я маленький, зато удаленький. Я маленький, зато с огромным мечом. И немножко покушать. Хорошо. И немножечко еще попить. Совсем чуть-чуть. Нет, это будет палево. Яблоки возвращаем. То вдруг мне придется что-то строить. Хотя в таких локациях нам ни черта строить не дают. Ух, блин. Ну, подземелье здоровое. Реально здоровое. Если ты будешь себе строить такое подземелье, то неудивительно, что тебе на человечинку попрет. Потому что, блин, это практически... пытки. Здесь. Я же говорю, я всех перевалю здесь. И не надо будет никакой войны. Я мстю за свое племя, которое я потерял, мазафаки. Вы у меня ответите за все. Любишь человеченку жрать? Получи. Нет, тут вообще голый. Верните мне мою одежду! Какую одежду? Ты на барбекю пойдешь, чувак. Его одежда беспокоит, слышь? Нормальный. Вау! Не допрыгнул. Мой меч уперся. Факел, и я не смог запрыгнуть. Ну, тут прикольно, да? Хи-хи. Спи, чувак, спи. Говорил, спи. Слушайте, это жесть, блин. Сколько я уже убил? Человек 15, наверное. Есть вообще здесь выход? Сейчас я отношения с этими канонами окончательно испорчу. После такой бойни. Мне куда? Раз уж валить, то валить всех. Правильно? Мясо у нас есть. Хорошо, я запаски. Запасы сделал немного. Мяска. Сказка. С собой взял. Попробуем здесь подняться. Там вообще ни черта не вижу. Вы, наверное, тоже плохо видите, но мне палевно просто включать. Хотя... Нет, дубинка хуже работает. Не палевно, они вообще не видят. В упор стоит, короче, на меня смотрит. Вы еще и тупые. Чего вас все боятся?
Два мяса. Хорошо. Немножечко бананчиков. Десертик. Сертик, сертик. Чудненько. Лежать! Ого, нихера себе у тебя дубина. Я тоже такую хочу. Можно мне ее взять? Нельзя. Погоди, тут как-то надо... хорошо. Бананчик. Это пока буду выбираться, короче. Все пожитки, которые я сюда должен был принести, сожру. Ладно бы чужие, так свои. Еще немножко. Мы сейчас луком их херачить будем. Да, лук не очень, совсем. Что против людей, что против мамонтов. Беспонтовый. Опять этот с дубиной, блин, огромный. О, больно бьет, бляха. Ты посмотри, как... Спокойно. Не спешим, а? Чувак, твоя зубочистка мне не поможет. Вернее, тебе не поможет. Мне... Ау! Вау. Я думал, сейчас грохнусь, короче, и все сначала начну. Нельзя все сначала начинать. Блин, это слишком как-то замудрено и за... Тут у них армия целая. Это капец какой-то. Выпустите меня, пожалуйста. Сколько мне еще? О, подожди, тут вода? Не-не-не. Я что-то сделал, по-моему. Там тоже вода. Мне через воду нужно проплыть? А, она вытекает. Это хорошо. Или плохо. Я пока не понял. По-моему, это плохо. Построить не могу ни черта. Ой-ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Может, мне сюда нужно? Бесконечная лестница. Да, смотри-ка. Привет, чувак! Давай поторопимся. Ты что тут вообще делаешь? Поскольку ты не вернулся, как я ожидал, я так и понял, что тебя пленили. Я отвлек охрану и решил спуститься за тобой, как только смог. Нам нужно возвращаться, а то они сейчас вернутся с минуты на минуты. Бегите, чуваки, бегите.
Быстрее, они у нас на хвосте. Это просто чума. Снова нам нужно с Аману поговорить. И снова в темноте. Ну, друзья, я рад, что мы хоть куда-то продвинулись. И буквально только этому рад. Что все-таки квесты не заканчиваются и чем-то есть здесь заняться. Но не то чтобы я был прям в каком-то восторге, сбегая из этой тюрьмы. И вообще вот это бегание туда-сюда, ну реально, как-то очень... Очень, совсем не очень. Хорошо, давайте, наверное, мы сейчас с вами сделаем перерывчик. Поговорим уже с Аману в следующей серии. И будем продолжать наши квесты. Чем же эта вся дрянь закончится, скоро узнаем. Ссылка на плейлист в описании под видео. Спасибо, что смотрели. Надеюсь, вам понравилось и было все понятно, доступно и приятно. А пока-пока.